Так, всех приветствую. Что ж, продолжение этой головокружительной вообще темы. Видите вот это берег, да? Вот, где начинается это дерево. Вот так была вода. Опа. Посмотрите, какое огромное расстояние. И я так вижу, это, ну, в отдельных участках становится, ну, в одном как-то чуть больше, в другом меньше. Но вот это самое огромное такое. Люди все гуляют, когда бы тут еще погуляли бы. Полностью открытый берег. Вот. Это не смешно, реально, это может у меня какой-то истерический смех. И гляньте, такое. Оп. Ого. Ну, так навскидочку. 30 метров, я уверен. Да. Все. Беречь надо природу. Потому что если ее не будет, то, наверное, и нас не будет. Будем жить в каких-то, знаете, режимах безумного Макса. А так бы не хотелось. Все. Подписывайтесь. Лайки, колокольчики. Все будет добро.